Привет. Все, у меня сегодня кончилась трудопитерапия. С 8 до часу я работаю на своей любимой даче. Даже не даче, а вилле. И мне за это еще дают денежку. Не в кайф. Короче, у меня кончилось все. Водички попьем. И идем домой. Как вы? Как ты? Вот мой президент, сейчас я с ним попрощаюсь. Кстати, о президентах я вам расскажу один интересный случай, который у нас случился в Израиле. Седьмой президент Израиля был осужден и просидел в тюрьме 7 лет за изнасилование. Когда я пришла в этот дом полтора года назад, мне сказали: собаку зовут Кацап. Я сразу подумала: президент. Но я вам сейчас расскажу про эту историю. Очень интересно. Тут меня пинаешь. Так вот, про президента. Президент в своем аппарате начал, в президентском аппарате немножко начал флиртовать с женщинами. Ну, начал с одной из секретарш. Потихоньку, там погладит, здесь погладит. Ну и зашло дело до любви. Туда возьмет, в эту поездку. Женщина, естественно, цветет и пахнет. Президенту это понравилось. Одна ему все одно и то же надоело. Он начал со второй, с третьей. Короче, первой женщине, с кем он начал флиртовать, это не понравилось. И она ему быстренько звонит и говорит: слушай, дорогой мой товарищ президент, ты давай мне оклад повышай. Ты мне давай зарплату хорошую, ты мне давай должность классную, а то я всем расскажу, что у нас было. Ну, естественно, президент-то уже в облаках, он же президент. Он говорит: да кто ты такая, кто тебя будет слушать? Я ведь президент, меня послушаю. Ну и продолжает свои действия. Эта женщина все записала на телефон. Потом одну нашла, вторую нашла, такую же обиженную. И пошли они в милицию, написали заявление. И президента призвали в тюрьму на 7 лет. Но перед тем, как идти в тюрьму, наша прокуратура, ему предложила сделку. Слушай, президент, конечно, может быть, ты их и не насиловал, но ты что-то делал, ты пользовался своим положением. Давай мы сделаем так, признайся, а он не признавался, признайся, что ты это сделал. Мы тебя не будем в тюрьму сажать, сделаем тебе аводот-шерут, ну, общественные работы и все. Но при этом ты потеряешь все свои президентские привилегии. Пенсия президентская, там еще что-то, охранники, ну, много кое-чего есть у наших президентов после того, как они заканчивают свой президентский срок. Ну, президент пришел домой, сел со своей женой, ну, они и обговорили, как в том анекдоте. Жена сказала: слушай, лучше ты иди в тюрьму, так будет дешевле. Поэтому президент отсидел в тюрьме 7 лет, вот в прошлом году вышел, а пенсия у него осталась. Ну, конечно, у нашего президента пенсия, наверное, тысяч 10-20 долларов, а у нас-то с вами 10 тысяч рублей. Поэтому я вам говорю: ребята, не ждите пенсию, пошлите с нами работать, учиться в интернет. В интернет можно зарабатывать. Это я вам говорю. Вот послушайте меня. В конце этого года я получу 50 тысяч долларов. Послушайте меня. Не ждите, что я получу. Давайте вместе будем получать. Я уже знаю, как это делать. И я вас научу. И главное дело здесь бизнес каждого. Легкий, простой бизнес каждого. Зайди ко мне на YouTube канал, поставь лайк, понравилось тебе мое видео или не понравилось. Где мои ошибки? Подскажи, я буду исправляться, я буду учиться, я буду продвигаться. До завтра. Завтра я, кстати, еду над Мертвое море. Будет интересное кино. Подписывайся на мой канал, получай новую информацию. И будем мы все в шоколаде. Бай-бай, до завтра.